При задержании сотрудниками СБУ в Киеве был убит один из переговорщиков с украинской стороны Денис Киреев. Об этом сообщают украинские СМИ и народный депутат Александр Дубинский. Других подтверждений этой информации нет. Официальной информации также не было. Киреев участвовал в первом раунде переговоров в Гомельской области. Во второй раз он уже не приехал. На Украине его подозревали в госизмене. Денис Киреев, эксперт банковского сектора, получивший известность на Украине благодаря участию в национальных и международных проектах.